Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Меня зовут Рамазан Жампиисов. Я рад вас приветствовать на очередной программной сессии Астанинского международного форума. Сегодняшняя сессия у нас посвящена вопросам развития зеленой экономики в Казахстане с учетом новых требований в области энергетического перехода. Именно название нашей сессии звучит следующим образом. «Новые рубежи для зеленой экономической трансформации. Воплощение казахстанской концепции углеродной нейтральности в реальность». Очень емкое название. Но несмотря на это, конечно, значение вот этого основного посыла сегодняшней сессии трудно переоценить. Вы все знаете, что ровно 10 лет назад в Казахстане была принята концепция перехода Республики Казахстан на зеленую экономику. В этом году была принята стратегия достижения углеродной нейтральности. Казахстан сейчас находится на пути энергетического перехода. Но, конечно, здесь очень много вызовов, различных барьеров. И, конечно же, это все предполагает целый ряд перспектив и возможностей для нашей страны, для наших будущих поколений. Очень большой вызов для такой экономики, как в нашей стране, которая, конечно, зависит от полезных ископаемых, от углеводородного топлива. Перейти на экономику с низкими выбросами парниковых газов, но тем не менее такая повестка у нас принята и постепенно, планомерно мы к этому идем. Сегодня мы постараемся обсудить все эти вопросы с нашими уважаемыми спикерами. Хотелось бы напомнить, что данная сессия она проводится при поддержке программы развития ООН, которая является частью инициативы Partnership Action for Green Economy, которая объединяет еще 4 других агентств ООН и оказывает значительное содействие правительству Республики Казахстан в области зеленой экономики. Значит, формат нашей сессии он будет выстроен в виде дискуссии. Час 15 минут, и в завершении нашей сессии мы постараемся оставить немножко времени для вопросов из зала. Поэтому готовьте, пожалуйста, внимательно следите за нашими дискуссиями, и мы будем их задавать, постараемся ответить на вопросы. Значит, разрешите представить наших спикеров. Госпожа Майя Валчева, ЮНИТАР, партнерство действий в интересах зеленой экономики. Бейсингазин, Куаныш Сайлаубекович, заместитель председателя правления акционерного общества Институт экономических исследований. Шашкенов Марат Кинжетаевич, экономист, офис постоянного координатора ООН в Казахстане. Абель Ерлан Куанышулы, ректор Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. И Капенов Нурлан Нургалиевич, председатель Совета директоров Ассоциации ВИА «Казак Грин». Ну что ж, уважаемые коллеги, разрешите предоставить слово госпоже Майе Юльчевой для выступления с приветственным словом от имени агентства Page. Пожалуйста, Майя. Раз. It works. Я хочу коротко поприветствовать вас, потом перейдем к дискуссиям. Еще раз я рада вас приветствовать, уважаемые коллеги, друзья, участники. Я рада всех приветствовать на этом параллельном мероприятии, которое касается трансформации экономики Казахстана в зеленом направлении. И Казахстаном достигнуто очень много, и заложены новые горизонты экономической трансформации. И прежде чем я перейду
к основному выступлению. Я хочу выразить благодарность организаторам форума, президенту Республики Казахстан, правительству и также всем, кто участвовал в этой организации, а также нашим партнерам Института экономических исследований, который приложил усилия, чтобы организовать это мероприятие и собрать нас всех для того, чтобы обсудить важные вопросы. Я также хотела бы вкратце прокомментировать, что партнерство во имя действий в целях зеленой экономики включают Южную Корею, Финляндию, Норвегию и многих других, которые сегодня присутствуют здесь. И при их постоянной поддержке очень много работы мы смогли реализовать. И, как Рамазан сказал, я представляю Page, это партнерство во имя действий в целях зеленой экономики. Это инициатива направлена на поддержку экономической трансформации за счет реализации устойчивости, а также социального актива в процессе планирования и бюджетирования. И инициатива объединяет 5 агентств ООН. Это ЮНЕП, ПРООН, который действительно является нашим активным партнером здесь, в Казахстане, организация ЮНИДО, а также Международная организация труда ИЛО, и также Международный институт ООН по тренингам и обучению, который я также представляю. Объединяя усилия и мандат, а также сети 5 агентств в рамках проекта Page, мы можем предоставить аналитическую, техническую поддержку, а также поддержку в наращивании потенциала, в том, чтобы разработать политики, стимулы, которые позволят увеличить технологии, также в чистую энергетику, а также природоположительные экономические виды деятельности. 2014 года Page поддержала 22 страны и также поддержала развитие свыше 100 экономических политик в зеленом направлении в разных странах мира. В Казахстане мы работаем с 2018 года, и несмотря на сложную внутреннюю и международную среду, несмотря на пандемию и различные кризисы, мы стали свидетелями значительного прогресса в этот период в Казахстане, в том, что касается стратегических обязательств и политических обязательств, которые Казахстан принял для достижения углеродной нейтральности, социального обеспечения и экономического развития. И в ходе дискуссии мы обсудим все это детально. В 2021 году Казахстаном был принят новый экологический код, который продвигает новые, более эффективные технологии, стандарты, а также положения. И также было принято решение по проведению экологической оценки. И стратегическая экологическая оценка будет применяться в отношении всех проектов и политик в будущем. В 2022 году Казахстан также запустил реализацию пятилетних национальных проектов «Жасыл Казахстан», в котором содержатся конкретные меры, мероприятия, а также бюджет по 8 тематическим направлениям и реализуется на национальном и субрегиональном уровне. В 2022 году страна также повторила свои обязательства по ЦУР, представив второй национальный добровольный обзор во время политического форума высокого уровня в Нью-Йорке. И очень важно отметить, что ЦУР включены в бюджетный процесс, который поддержал ПРООН. И начиная с этого года, после нескольких лет развития, Казахстаном была принята стратегия углеродной нейтральности с целью достижения углеродной нейтральности полностью к 2050 году. В настоящее время Казахстан обновляет еще один ключевой стратегический документ. Это концепция зеленой экономики, которая будет завершена до конца этого года, в котором содержатся меры, мероприятия по разным секторам и тематическим направлениям. В то же время Казахстан планирует разрабатывать водородную стратегию, и с учетом воздействия углеродного налога на экономику и постепенного вывода угольных ТЭЦ из эксплуатации и системы торговли выбросами, это те мероприятия, которые проводятся Казахстаном, и проводится параллельная оценка в области трансформации зеленой экономики. И это действительно заслуживает высокой оценки, что делает нашу работу, работу наших партнеров намного легче и более приятной. Но, тем не менее, предстоит проделать еще большой путь с точки зрения политического планирования и реализации, и обеспечения полного соответствия. Как все это становится реальностью? Как
Что это означает на практике? Какие следующие шаги должны мы предпринять в плане ресурсов, финансов, человеческого потенциала, политического капитала, которые необходимы для того, чтобы двигаться вперед от планирования политики, разработки стратегии, оценки до реализации выгод зеленого перехода и обеспечения новых горизонтов, новых границ трансформации зеленой экономики Казахстана? Это те вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать с нашими уважаемыми участниками панели дискуссии. И я также хочу поприветствовать всех, еще раз поблагодарить за то, что приехали сюда поделиться своим опытом и знаниями. И также всем участникам большое спасибо, что пришли сюда поучаствовать в нашей сессии. Пожалуйста, не забывайте задавать вопросы, потому что у нас предусмотрена сессия вопросов и ответов. И сейчас я передаю слово обратно Рамазану. На обсуждение в ходе нашей сессии. Thank you very much. Большое спасибо, Майя, за ваше приветственное слово. И благодаря вашему присутствию мы смогли обеспечить такой гендерный баланс, относительный гендерный баланс в нашей сессии. Давайте перейдем к части дискуссии. У меня есть к вам вопрос, Майя. Вы абсолютно правы, когда сказали о том, что предстоит сделать очень длинный путь, переход от политического планирования, разработки стратегии до реальной реализации. Уже 10 лет прошло с момента разработки концепции зеленой экономики в Казахстане. И, конечно же, мир очень сильно поменялся с того времени, с 2013 года. И сейчас мы видим больше электромобилей на наших улицах. Мы испытываем цифровизацию. У нас есть Каспий банк в Казахстане. Очень много различных изменений имело место. Мы достигли почти 4,5% доли ВИЕ в энергоструктуре нашей страны. Конечно же, все эти тренды требуют обновления ключевых показателей. И я знаю, что проект Page активно участвовал в этом процессе. Правительство сейчас обсуждает новую обновленную версию концепции зеленой экономики. Пожалуйста, поделитесь с нами, что нового есть в новой версии концепции зеленой экономики? Хорошо, большое спасибо, Рамазан. Действительно, политические процессы всегда, скажем так, догоняют международное развитие, международные соглашения с точки зрения развития технологий. И мир очень быстро меняется. Не только 10 лет назад, но и 2 года назад мир отличался от того, что мы видим сегодня. И что касается разработки политик, разработки стратегий, то это бесконечная история. Всегда требуется обновление, совершенствование нашей стратегии, определение новых целей, дальнейшего движения в попытке догнать быстро вращающийся мир. И мне кажется, правительство Казахстана делает очень хорошую работу, в частности, Министерство экологии, природных ресурсов, а также Министерство национальной экономики. И что касается обновления концепции зеленой экономики, которая впервые была принята в 2013 году, и тогда это был очень прогрессивный документ. Сейчас, как вы уже отметили, немножко устарел. Он был принят до того, над этой работой, и действительно появятся новые цели, новые показатели, новые индикаторы, которые касаются 8 тематических направлений. Сюда относятся энергоснабжение, энергоспрос, управление водными ресурсами, качество воздуха, управление ТБО, биоразнообразие, образование. То есть все это включено, но на самом деле мы ограничены организационным контекстом разработки политики, поскольку обновление стратегии требует, чтобы 50% оставалось неизменным. И мы тут пытаемся включить все новые достижения, сделать документ действительно полезным для страны, и в то же время мы ограничены вот этими политическими рамками. Но мы прилагаем усилия, чтобы это был документ, который будет в лучшей версии, чем он был до этого. Большое спасибо. Спасибо, Майя.
концепция зеленой экономики, как уже было отмечено, сейчас пересматривается в плане ключевых индикаторов. И в этот процесс очень сильно вовлечен Институт экономических исследований. Куаныш Сайлубекович, вот вопрос к вам. Помимо концепции зеленой экономики, в этом году была принята стратегия достижения углеродной нейтральности. Два очень важных документа. Как они взаимодействуют друг с другом? И есть ли там какие-то противоречия, или наоборот, они говорят об одном и том же и где-то друг друга, может быть, усиливают? Это вот один вопрос. И, может быть, с другой стороны, вот за эти 10 лет что удалось достичь в рамках вот реализации концепции по зеленой экономике? Спасибо, Рамазан. Во-первых, хотелось бы поприветствовать всех участников этого форума, этой сессии. Для меня большая честь выступать здесь. Что касается вашего вопроса, Рамазан, то действительно, вот вы не раз отмечали сегодня, что концепция, на тот момент это была стратегия зеленой экономики. Уже 10 лет назад она была принята, там действительно были на тот момент очень ключевые, амбициозные цели, часть из них, которые мы уже достигли. Но после 2013 года там действительно, ну, как минимум, случилось одно событие, которое изменило, в принципе, ход всех вот этих климатических моментов в мире. Не говорится о достижении углеродной нейтральности, но говорится о том, что стратегия по низким уровням выбросов. Тем самым амбиции, которые ставились перед странами, они увеличились, ставки увеличились, и поэтому необходимо было менять эту концепцию. Что касается, вообще в целом, я хотел бы отметить, что вот, ну, раз уж мы затронули вообще Парижское соглашение, в климатической политике мира существует два водораздельных момента. Первый – это Киотский протокол. Если говорить коротко, то все развитые страны тогда согласились сократить свои выбросы на 5%. Страны согласовывали это соглашение 8 лет, не могли согласовать, и только к 2005 году согласовали. 2016 год, Парижское соглашение, все страны мира, развитые, плюс развивающиеся, принимают соглашение о сокращении выбросов. 11 месяцев понадобилось на то, что весь мир согласовал Парижское соглашение. Это говорит о том, что на данный момент, уже к 2016 году, все страны мира понимали важность изменения климата. Казахстан, в том числе, один из первых стран Центральной Азии, СНГ, согласовал и ратифицировал Парижское соглашение. И, как уже сказал, это было именно импульсом для того, чтобы развивать в дальнейшем нашу климатическую политику, увеличивать амбициозность. И в связи с этим, как вы правильно сказали, Рамазан, мы приняли стратегию достижения углеродной нейтральности, которая говорит о том, что мы должны к 2060 году достичь нулевых выбросов. Ну, нулевые выбросы – это означает, что мы то, что выбрасываем, столько же должны поглотить или уловить. Это же касается только выбросов парниковых газов. Это касается о том, что мы должны проводить трансформацию всей экономической политики. Вся модель экономического развития должна быть пересмотрена, переосмыслена в сторону движения, в сторону низких парниковых газов. Что касается концепции зеленой экономики, правильно говорите, концепция зеленой, в целом зеленая экономика, концепция, она шире, на самом деле, документ, чем стратегия достижения углеродной нейтральности, потому что стратегия достижения углеродной нейтральности говорит только о парниковых газах, в то время как концепция зеленой экономики – это очень обширный документ, который охватывает много направлений, там их 8 направлений. И вот что касается новизны, в чем новизна нового документа, который разрабатывает Казахстан? В первую очередь мы должны понимать, что в целом не только в Казахстане, но во всем мире система стратегического планирования претерпевает изменения, она эволюционирует из года в год. И здесь основное понимание было в том, что мы должны увязать стратегические целевые индикаторы с существующей статистической базой. Была проблема в старой концепции, что некоторые индикаторы, которые мы закладываем, статистически не прослеживались в статистической системе Казахстана. Проще говоря, мы ставили такие индикаторы, которых, данных по которым мы не можем собрать. Это был основной минус. В связи с этим была пересмотрена сама структура, какие целевые индикаторы мы должны поставить, достаточно ли амбициозные, связаны ли это они со стратегией достижения углеродной нейтральности. Вот такие вопросы поднимались, и, конечно же, сейчас практически полностью пересматривается весь индикатор, все целевые индикаторы концепции достижения углеродной нейтральности, концепции именно зеленой экономики. Второй момент, который необходимо отметить,
как я уже говорил, про эволюционирование осмыслительных процессов, мыслительных процессов в обществе, в государственном планировании. Здесь мы переосмыслили именно понятие самой зеленой экономики. Раньше, если мы предполагали, что такое зеленая экономика, мы говорили о том, что зеленая экономика — это просто рациональное использование существующих ресурсов. Сейчас мы переходим на более обширное понимание. Зеленая экономика — это не только рациональное использование зеленых, существующих ресурсов, но и использование их таким образом, которое не наносит вред на окружающую среду. То есть на первый план уже выходит окружающая среда, на снижение рисков, на влияние на окружающую среду. Это получается и рациональное использование, это и повторное использование всех существующих, да, переработка и так далее, и так далее. И поэтому и там и биоразнообразие включается, потому что мы должны компенсировать такие риски. И второй, и третий момент, наверное, тоже важный, это пересмотр в целом развития политики, стратегии развития энергетической отрасли. А вот это как раз таки связано со стратегией достижения углеродной нейтральности. Стратегия, как я уже сказал, дает долгосрочное общее стратегическое видение развития в целом экономики, в том числе энергетической отрасли. И вот как раз таки концепция, она здесь связана со стратегией достижения углеродной нейтральности. Она должна показать, какие именно показатели мы должны поставить. Но здесь, конечно же, проблема возникает, какая доля ВИЭ должна быть. Да, в старой концепции мы предполагали, что 3% будет, мы это достигли. Но что касается 2030 года, что будет в 2040 году, в 2050 году, к сожалению, это достаточно сложный вопрос. Доля ВИЭ в экономике, какая она должна быть? 82% к 2060 году, 50%, 40%. Связаны ли это достижение углеродной нейтральности? Нет. Все эти вопросы обсуждаются. И это очень важные вопросы, которые при решении которых… Конечно, Алексей Викторович, вот… Насчет этого, наверное, Нурлан Нургалиевич с вами не совсем, наверное, согласится. Да, насчет того, чтобы какие подходы могли бы быть оптимальны по развитию ВИЭ. Но вот в целом понятно, что вопрос энергоперехода и развития зеленой повестки, он, наверное, будет иметь какую-то нагрузку на экономику, что ли, сколько это будет стоить. И в то же время, наверное, это создает какие-то предпосылки и будущее открывает окно возможностей для страны. И вот здесь, в связи с этим, у меня вопрос, Марат Кенжетаевич, к вам. Вы подскажите, хорошо, зеленая повестка, зеленая экономика, модные слова, энергопереход, но сколько это будет примерно стоит для нас, для такой страны, как Казахстан? И видите ли вы в перспективе, как вот представитель Организации Объединенных Наций, важность вот этого всего энергоперехода для Казахстана и какие возможности это перед нами открывает? Ну, пока вы думаете над этим вопросом, все-таки хотел еще раз обратиться к Куанышу Сайлаубековичу. Вы верите в достижение углеродной нейтральности к 60-му году? Мы являемся разработчиками стратегии достижения углеродной нейтральности. Как вы думаете сами? Да, конечно, мы верим. Это в целом, если так сказать, это очень амбициозно, но только ставя перед собой амбициозные цели, можно добиться каких-то положительных результатов. И вот просто я хотел бы здесь отметить по поводу того, что мы как раз когда я говорил, я немножко не договорил по поводу вообще в целом каких еще направлений, да? Вопрос важности воды, кстати, тоже очень важен для Казахстана, и это в рамках концепции зеленой экономики рассматривается. Мы сейчас часто очень ходят разговор о том, что вот воды не хватает в стране. Да? У нас есть проблемы с трансграничными водами, у нас есть проблемы с внутренними водными ресурсами. Есть прогноз о том, что к середине века Казахстанская область может остаться вообще без воды, и оттуда нужно переселять людей. То есть такие риски есть. И стратегия, концепция, кстати, она рассматривает такие риски и дает понимание, как решать эти проблемы. Что касается верю или не верю, в принципе, на данный момент только две страны достигли углеродной нейтральности вообще в мире. Это Бутан и Тувалу, насколько я понимаю. Две страны, которые не совсем имеют энергоемкую экономику, как Казахстан, но тем не менее многие страны ставят ближние цели. Финляндия, к примеру, там, к 40-му году. Только вот, по-моему, Казахстан, Украина и Китай
хотят достичь к 60-му году. То есть, опять же, это говорит о том, что когда мы ставим очень долгосрочный горизонт, это говорит о том, что это очень амбициозные цели. Но сейчас, наверное, Маке больше скажет, при правильной международной поддержке и при наличии финансовых и инвестиционных ресурсов это вполне достижимый результат. Спасибо. Спасибо большое. Марат? Спасибо большое за вопрос. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень интересный вопрос. Я бы хотел остановиться вначале и рассказать о глобальных тенденциях, связанных с повесткой дня до 2030 года. Первые моменты после утверждения повестки дня мы наблюдали позитивные тенденции в плане того, что мы наблюдали тенденции по снижению детской смертности, крайней бедности. Также мы видели, что в наиболее бедных странах увеличилось электропотребление и доля возобновляемых источников энергии в общем энергетическом секторе увеличилась. Однако последние 3-4 года в связи с пандемией COVID-19, войной в Украине, климатическими изменениями, достижение цели устойчивого развития замедлилось. Я приведу небольшую статистику. Например, лишь 12% задач ЦУР мы идем по правильному направлению, то есть мы достигнем по ним ранее объявленные результаты. По 50% прогресс замедлился, то есть тот темп, который мы имеем сейчас, не будет способствовать достижению данных целей. И по 30% задач ЦУР мы наблюдаем регресс, то есть негативную динамику. Если мы возьмем, допустим, Северную и Центральную Азию, то согласно отчету ЭСКАТа, по ЦУРу-13, борьба с климатическими изменениями, мы наблюдаем регресс. Казахстан в этом плане отличается. Во-первых, Казахстан является лидером Центральной Азии, то есть мы одна из первых стран, которая объявила цель по достижению углеродной нейтральности и приняла стратегию до 2060 года. И как ранее отметили коллеги, что экономическая трансформация и видение экономической трансформации каждая страна должна формировать самостоятельно. И все сектора экономики должны быть задействованы, интегрированы этой единой целью по достижению экономической трансформации. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в Казахстане была государственная программа индустриально-инновационное развитие, то есть фокус на индустриализацию начался с 2003 года. Однако на данный момент мы все-таки видим, что наша экономика больше всего основана на ресурсах, она очень углеродоемкая экономика. Поэтому я думаю, для реализации стратегии по достижению углеродной нейтральности должно быть такое общее видение и четкое понимание того, какие сектора нам необходимо развивать в будущем. То есть должно быть долгосрочное видение развития секторов экономики в Казахстане. Во-вторых, хотелось бы отметить, что на данный момент идет четвертая индустриальная революция, и в этом отношении Казахстан топ-30 стран по цифровизации государственных услуг. Однако нам необходимо также больше акцентироваться на развитии цифровой инфраструктуры и развитии цифровизации частного сектора, что способствует развитию экономики в целом. Что касательно инвестиций, то в стратегии это прописано более порядка 610 миллиардов тенге, да? долларов необходимо для реализации стратегии, и 10 миллиардов долларов до 2030 года. При этом доля государственного сектора составляет менее 4%, и здесь как бы упор делается на иностранные инвестиции и частные инвестиции. Такую же параллель мы можем провести с глобальными тенденциями, то есть
среди развивающих стран инвестиции в ЦУР недостаточны. То есть в этой связи генеральный секретарь ООН предложил стимулы по ЦУР, и одно из направлений – это увеличение инвестиций в цели устойчивого развития. То есть здесь будут ключевую роль играть международные финансовые институты, Национальный банк развития, который сможет привлечь дополнительно частные инвестиции и иностранные инвестиции в страну для реализации стратегии. Угу. Спасибо. Спасибо большое, Марат. Ну, действительно, очень важно для энергоперехода создание необходимой регуляторной базы. Здесь у нас вроде бы как бы движется. Второе, доступ к финансам, к ресурсам. Здесь очень большая роль от финансовых институтов для поддержки такой важной страны, как Казахстан, в регионе, чтобы обеспечить трансформацию. Да, вы правильно сказали, Казахстан лидер в регионе, но одно дело стать лидером, еще более сложная задача удержать свое лидерство. И поэтому дальше, помимо объявления поставки, определения четких целей, нужно уже реализовывать какие-то практические шаги. И вот, конечно, я помню 2012 год, когда разрабатывалась концепция, я принимал участие тоже в рабочих группах со стороны вот нефтегазового сектора, электроэнергетики. И тогда никто не верил или не так сильно верил в развитие и в перспективы развития ВИА в стране. Но вот пройдя 10 лет, сейчас мы видим, что, наверное, из всех секторов, которые охватывала концепция по зеленой экономике, самым, наверное, успешным оказалось направление ВИА. И вот на сегодняшний день, если мы уже говорим в рамках самой стратегии достижения углеродной нейтральности, то у нас как бы на сегодняшний день, вот сейчас, самыми экономически целесообразными и практически реализуемыми вещами могут быть проекты в области энергоэффективности, в области ВИА. Все остальное у нас пока только на перспективу. Здесь нужно очень много работать. И поэтому, Нурлан Нургалиевич, у меня вот к вам вопрос. По возобновляемой энергетике. Где мы сейчас находимся? Какие у нас есть перспективы впереди? Какие у нас барьеры? Что нужно для того, чтобы вот эти узкие места обойти и создать необходимые условия для ускорения темпов развития проекта ВИА, тем самым сокращая углеродный след в страновом масштабе? Спасибо большое, Рамазан, за вопрос. Рад приветствовать всех участников сегодняшнего форума, что пришли послушать такую интересную тему. ВИА действительно развивается у нас поступательно уже на протяжении 10 лет. С 2014 года, как были внедрены фиксированные тарифы для возобновляемых источников энергии, у нас начался бурный рост. Если в 2014 году у нас не было ни одной станции, то сегодня в Казахстане действует порядка 130 станций возобновляемой энергетики, зеленой генерации. Это 2,5 гигаватта установленной мощности или 4,5% от общей выработки в Казахстане. Почему нужно развивать возобновляемые источники? Уважаемые слушатели, вот сейчас вот мы находимся в Астане. Мы дышим воздухом, мы думаем, что ветер у нас, чистый воздух. Нет, сегодня, по последним данным, Астана занимает первое место по самому загрязненному воздуху. Потом мы удивляемся, откуда у наших детишек аллергии, откуда у нас онкологические заболевания, заболевания легких, непонятные кашли и так далее. Да? Это как раз тот воздух в Астане, которым мы дышим. Теперь почему такой воздух? У нас разве есть здесь химическое производство? У нас разве есть в Астане нефтедобывающие отрасли? Все прекрасно знают, что нету. Только угольная генерация. Так вот, 70% всех выбросов в нашей стране это угольная генерация приносит. Соответственно, на повестке дня стоит заменить угольную генерацию более чистыми источниками энергии. Именно в этой связи Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в прошлом году увеличил тот индикатор, который у нас был в концепции зеленой экономики, о которой мы сегодня говорили, утвержденный первым президентом в 2013 году, с 10% до 15% к 2030 году.
То есть посыл есть хороший, да, от высшего руководства страны. Однако, Рамазан, как вы сказали правильно, существуют барьеры, они сегодня есть. Это те дисбалансы, которые есть у нас в энергосистеме. Наша энергосистема за 30 лет деградировала полностью. Она практически высосана. Смело могу заявить, что на коленях находится. У нас прямая зависимость по дисбалансам, по перетокам от Российской Федерации. Стоит только Российской Федерации прекратить балансировать нашу энергосистему, мы вернемся в наши 90-е, где были выявлены отключения и так далее. Если у нас год назад были проблемы только по балансированию энергосистемы, сегодня у нас конкретные проблемы по генерации. У нас не хватает электроэнергии. Нужно развивать станции. Всем понятно, что нужно строить новые электрические станции. А какие они должны быть? Сегодня на повестку дня правительство поставило развить 4 гигаватта новых мощностей угольной генерации. То есть мы делаем шаг назад, мы возвращаемся туда, откуда мы пришли. Мы загрязнили все, что можно, и это сделало наше поколение и поколение наших родителей за последние годы за счет угольной генерации. То есть мы хотим возвратиться назад. Но опять же, есть нюансы, возобновляемая энергетика, она нестабильная, именно она один из основных источников дисбалансов. И Казахстан исторически рассматривалась как базовая мощность. То есть у нас дешевый уголь, поэтому в Советском Союзе решили, что Казахстан будет базовой мощностью, где будет производиться электроэнергия на угле, а другие страны Центральной Азии, имеющие горные реки, будут маневренными мощностями. То есть. И поэтому в связи с дефицитом у нас в Казахстане маневренных мощностей мы находимся как бы вот в таком небольшом капкане. Но нужно развивать электроэнергетику, нужно развивать возобновляемые источники и хотя бы сейчас развивать газовую генерацию как переходный период. Роман Григорьевич, вот. А вот как вы думаете, может быть, к вашему вот тезису, который вы сказали, может быть, сейчас следует вернуться, сделать отсылку немножко вот к советским годам и посмотреть по перспективам вот этого регионального энергетического сотрудничества, но только угольную генерацию заменить на генерацию на ВИЭ, а балансировать через маневренные мощности гидроэнергетики. Да, крупный ГЭС и газовые. В наших соседних странах. Вообще, абсолютно, есть перспектива такого подхода или нет? Абсолютно, Рамазан. Вот хороший очень пример. В Европе есть общий системный оператор Nord Pool. Многие страны туда входят. Входят Дания, Норвегия, Германия, Великобритания. Они помогают друг другу балансировать. То есть они развили ветровую электроэнергетику много. Да? Ветер это что? Это падение давления. В этой области есть. Если он в этой области останавливается, начинается в этой области. И за счет этого страны помогают друг другу балансировать. Так вот, транснациональные перетоки – это как раз одна из возможностей для того, чтобы снять вот эти дисбалансы. Но к тому же есть системы накопления, есть газовая генерация. Но опять же, в чем проблема? Проблема – тарифы. Вот, коллеги, участники, прошу запомнить, что в Казахстане самые дешевые тарифы в мире. Мы, может быть, радуемся, но мы не думаем о здоровье нации. Да? Вот эти тарифы не дают развивать электроэнергетику. И в первую очередь это будет бить по карману всем нам. Да? То есть новая генерация, повышение тарифов. Вот однозначно. Но мы должны ставить на весы здоровье нации, здоровье наших детей, будущих поколений, либо сегодняшняя наша экономическая ситуация. Но я могу больше еще сказать, что в корне всех этих проблем стоит доходы населения и доходы бизнеса. То есть пока что они не могут позволить правительству принять решение для роста цен по тарифам. И вот, вот такой как бы замкнутый круг, но тем не менее разрабатываются стратегии. Большой шаг сделан, это стратегия по достижению углеродной нейтральности. Теперь мы понимаем, чего мы хотим добиться, когда мы хотим добиться. Теперь разрабатывается стратегия в Министерстве энергетики совместно с рынком по развитию электроэнергетики. Вот. И нужно поймать вот этот баланс именно между повышением тарифов, то есть стратегия должна составлять экономическую часть модели. И когда нам говорят опыт других стран, вот посмотрите, например, да, там Германия свыше 50%, Дания свыше 50%, мы забываем одну ключевую роль, одну ключевой фактор. Если мы платим дома сегодня 15 тенге, я плачу дома за киловатт-час, в этих странах платят 200 тенге за киловатт-час население. Ну, конечно, тогда. Я говорю, дайте половину нам этой суммы в тарифах, мы сделаем сказку, конфетку. Мы достигнем не в 60-м году, мы достигнем в 45-м году этих показателей, то, что у нас в стратегии написано. Спасибо. Ну вот,
Вообще вопрос тарифов, он, конечно, является тоже такой своего рода барьером не только для развития ВИА, а вообще внедрения новых технологий, потому что вопросы экономической рентабельности, финмоделирования, они, конечно, ну, экономику проектов очень сильно подрывают. Но вы правильно сказали, при рассмотрении вопросов тарифов нужно и учитывать социальный фактор, и вопрос доходности населения. Но вот мы с вами неоднократно обсуждали вопросы развития ВИЭ в Казахстане. И, кстати, недавно вот прошел в Боровом очень большой фестиваль ВИЭ Казах Грин Фест уже во второй раз. И вот поделитесь, пожалуйста, с нами основными выводами, потому что были очень большие там дискуссии, действительно, со стороны всех заинтересованных игроков, участников рынка, это и девелоперы, и потребители, госорганы, и наши и инвесторы, как отечественные, так и зарубежные. Вот что нужно сделать для того, чтобы этот сектор у нас еще более динамично развивался. И ну, мы же сейчас обсуждали мегапроекты, проекты мегамасштабов, там, гигаваттные, которые сейчас вот, обсуждаются в правительстве, в том числе и на полях этого форума. Но в то же время у нас же есть и маломасштабные ВИА энергетики, которая, к сожалению, сейчас до сих пор не получила такого широкого развития. В наших сельских регионах не так часто встретишь там солнечные панели на крышах, крышные панели там, и так далее. Может быть, какие-то механизмы с точки зрения финансового регулирования должны быть внедряться? Вот, очень так, ну, верхнеуровнево, да. Пожалуйста. Ну, на самом деле, по результатам нашего фестиваля мы обратились от всего рынка, где-то это около 400 участников, стейкхолдеров со всех отраслей, и мы подготовили хартию, декларацию обращения к правительству, куда вошло 11 вопросов. На сайте нашей организации можно ознакомиться с ними. Кроме того, рекомендую всем посмотреть, мы подготовили такой немного художественный фильм на 12 минут как раз об угольной генерации в Казахстане и что нас ждет в будущем и как этого можно избежать. Это художественный фильм, очень интересный, с эмоциями. У меня на страничках везде есть, на всех соцсетях можете посмотреть. Так вот, по маломасштабным. Рамазан, мы как ассоциация, мы видим скрытый потенциал, хороший потенциал маломасштабной генерации. Домохозяйства, фермерские хозяйства, примерно 1-2 гигаватта. Эту работу мы проводим совместно 3 года уже с программой развития ООН. С хорошими результатами, но никак не получается протащить в правительстве. Мы предлагаем с ПРООН что? Сделать какие-то приоритеты, преимущества, преференции для нас, для физических лиц, для домовладельцев, для фермерских хозяйств, для крестьянских хозяйств, для малого бизнеса, для того, чтобы мы могли поставить вот эти установки к себе на крышу и генерить электричество. Однако, если мы сегодня поставим без этих преференций, то вот если я дома себе поставлю, я дома по 15 тенге плачу за киловатт-час, так вот, а купить эту установку мои дети даже будут еще купать, потому что слишком дешевая у нас электроэнергия, нам проще с розетки брать. Мы предлагаем правительству, во-первых, сделать метод одного окна, чтобы при подключении не обращаться в несколько инстанций, да, везде получают отказы, когда домовладельцы пытаются присоединиться, упростить это все. Во-первых, а во-вторых, давать какие-то субсидии на капитальные затраты. Если будут субсидии, как это делается в других государствах, либо будет повышенный тариф, когда ты излишки выработал для себя, остальное можешь в сеть продать энергосбыту, да? И тогда уже людям будет интересно использовать именно маломасштабную генерацию. Вот эта поддержка необходима, и благодаря ПРООН у нас сегодня и с новым депутатским корпусом сегодня получается у нас продвинуть эту систему, но надеемся, что правительство ее примет. Отлично, большое спасибо. Ну, надеемся, что наконец все-таки эти изменения в закон о поддержке ВИА будут приняты. Уважаемые коллеги, вот как вы знаете, последние несколько дней они прям в Астане загружены разными форумами. И, конечно, на каждой из площадки
не остаются без внимания вопросы декарбонизации. Буквально вчера мы собирались и делились опытом и мнениями с предприятиями в области стратегий по достижению углеродной нейтральности или сокращению выбросов парниковых газов. И такой прозвучал тезис, что вот ставить перед собой на страновом уровне, конечно, нужно амбициозные цели, но достигать их, конечно, очень сложно, но их можно достигнуть только в том случае, если это будет вопрос не только экологов, а всего общества. И здесь очень важно, конечно, вопрос повышения осведомленности, информированности, повышения компетенций со стороны государственных служащих, со стороны тех лиц, которые непосредственно вовлечены в реализацию государственной политики в области климатического регулирования, в области сокращения выбросов парниковых газов, загрязняющих веществ, экологии, экологического регулирования и так далее. И вот у меня вопрос, Ерлан Конышулы, к вам, как вот ректор Академии по госуправлению, вообще вот эта вот повестка есть в программе повышения квалификации государственных служащих в Академии? Или в перспективе что-то планируется, или, может быть, уже реализуется? Спасибо, во-первых, за приглашение на эту сессию. Я коротко расскажу про Академию, чтобы было понятно о масштабах и о наших целях. Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан имеет несколько мандатов. Это особое образовательное учреждение, которое нацелено на повышение квалификации государственных служащих по тем или иным вопросам. Главная задача наша – это содействие в профессионализации государственного аппарата путем наращивания тех или иных компетенций. Сегодняшняя тема, наверное, она тоже актуально затрагивает нас также. У государственного служащего есть четкая задача, да? Общая задача – это повышение благосостояния населения, повышение качества жизни простых людей, создание новых рабочих мест и так далее, и так далее. И вот на этом этапе, наверное, возникает очень много вопросов, как это сделать, не нарушая те или иные политики, которые принимаются государством, ратифицируются государством. Скажу сразу, что в государственном аппарате в целом есть вопросы межведомственной коммуникации, есть вопросы, скажем, узкой специализации по тем или иным вопросам. Но повестка дня сегодняшнего, она заставляет государственных служащих пересматривать свои подходы при принятии управленческих решений. Ну, например, простой вопрос обеспечения продовольствием. Хотим, не хотим, влияние климата на это мы сильно ощущаем. Или открытие рабочих мест, создание рабочих мест – это однозначно энергодефицит. Опять возникает вопрос, источники энергетики и так далее. То есть государственный служащий вовлекается в этот процесс, в большую повестку дня. И наша задача как Академии – предоставить им такую площадку, пригласить экспертов, чтобы они смогли задать вопросы, чтобы на месте они смогли для себя выработать то или иное понимание. Да, Академия уже работает, мы уже давно сотрудничаем с UNPH, UNDP по этим вопросам. У нас есть несколько проектов по Nexus, по развитию именно содействия государственных служащих не только Казахстана, но и стран Центральной Азии, именно по этому вопросу сейчас, который наши коллеги говорят, о взаимодействии. У нас сейчас стартует один проект Erasmus+, туда вовлечены 11 вузов и 5 центров Центральной Азии, Казахстана и Восточной Европы, тоже связано с вопросом обеспечения воды, энергетики и так далее. Более того, на программах магистратуры, докторантуры, Академия имеет и такие программы тоже. У нас такие есть дисциплины, как управление городом или устойчивое развитие регионов, в рамках которого также государственные служащие решают, углубляются в исследование этих вопросов. Я не скажу, что этого достаточно, но
Наше сегодняшнее присутствие здесь, именно на этой сессии, на этой площадке, показывает заинтересованность. Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить заинтересованных экспертов начать с нами сотрудничать или продолжить сотрудничать по этим вопросам. Наша глобальная задача – это все-таки вот достижение стратегических целей, поставленных главой государства. И каждое министерство, каждое ведомство, каждый акимат, он работает над ним. Значит, все государствующие нацелены на достижение этого результата. Это очень коротко, если... Спасибо большое. На самом деле, да, вот это очень важный вопрос. И очень приятно слышать, что в Академии госуправления этому уделяют должное внимание. Конечно, нужно как можно больше развивать... информирование, но не только с точки зрения декларации по вопросам изменения климата, а с точки зрения риска и влияния на развитие страны, потому что изменение климата сейчас вот мы слышим почти с каждого утюга про вот эти вот вопросы, но как это в действительности может повлиять на развитие страны. Здесь, конечно, нужны какие-то дополнительные исследования. Вот у меня вопрос и к Марату, и к Ванышу еще раз. Марат, вот подскажите, лет 5 назад создавалась такая интегрированная схема по взаимодействию между госорганами по реализации цели устойчивого развития при поддержке координации представительства ООН в Казахстане. Сейчас вообще этот механизм он функционирует или нет? Были вовлечены каждый госорган, насколько я понял, созданы 5 групп рабочих, 5P, там People, Partnership, Planet там и так далее. И где каждый госорган отвечал за определенное направление и чувствовал свою вовлеченность. Я помню, как это все бурно начиналось, но вот сейчас, не знаю, это функционирует или нет, подскажите. И параллельно, Куаныш, к вам вопрос со стороны вот Института экономических исследований, как вот основного разработчика стратегии достижения углеродной нейтральности, который взял этот флаг с Министерства экологии. Проводятся ли какие-то работы по анализу рисков климатических и их влияние на устойчивость экономики страны в целом? Или это планируется? Почему я спрашиваю вопрос этот? Ставить цели, разрабатывать стратегии, примерно оценивать, как мы это достигнем, это понятно. Имеется в виду, это важное направление. Но с другой немножко стороны посмотреть и выявить самые рискованные, что ли, сектора экономики, которые наиболее подвержены вопросу изменения климата, исключительно именно в нашей локации, с учетом нашей структуры экономики в том или ином регионе и с учетом моделирования на развитие перспектив. И когда уже сопоставить вот эти две части – целеполаганием, стратегией и именно с теми рисками, которые есть, тогда уже будет, наверное, не то, что легче, а более, наверное, эффективно планировать конкретные меры и мероприятия, проекты по достижению углеродной нейтральности к 60-му году. Как раз вот эта работа же сейчас начинается и проводится со стороны вот правительства, я имею в виду про дорожную карту. Вот. Немножко длинно, но примерно вот такой вопрос. Марат, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Хотел бы отметить, что в прошлом году Казахстан отметил 30-летие вхождения Казахстана в ООН. И первые десятилетия независимости агентства ООН, работа агентства ООН была направлена прежде всего на гуманитарную помощь, развитие инфраструктуры, так как на тот момент уровень бедности достигал порядка 47%. На данный момент Казахстан вошел в группу стран с доходом выше среднего, поэтому деятельность ООН и 27 агентств в Казахстане направлена прежде всего на поддержку развития политик, государственных программ. Можно отметить
поддержку в разработке стратегии по достижению углеродной нейтральности, о котором мы сегодня говорим, также социальный кодекс, закон по борьбе с торговлей людьми, как бы основные упоры как бы задействованы. Что касается стратегических приоритетов, то между Казахстаном и ООН подписана рамочная программа по содействию ЦУР до 2025 года, и данная рамочная программа направлена прежде всего на развитие человеческого капитала, на усиление эффективности институтов, в том числе содействие зеленому, устойчивому, инклюзивному экономическому росту в Казахстане. Хотел бы отметить, что Казахстан и агентство ООН тесно взаимодействуют по различным программам. В Казахстане создан координационный совет по ЦУР, и в прошлом году председатель данного координационного совета, если ранее был заместитель премьер-министра, то... Вот я как раз про него и спрашиваю. Да, вот то в этом году, в прошлом году председателем данного координационного совета является премьер-министр. То есть здесь мы видим, что Казахстан четко видит, что ЦУР является ключевым приоритетом. Также все госорганы задействованы в реализации ЦУР, как вы уже ранее сказали, Five Piece. Да? Кроме того, Институт экономических исследований является секретариатом, то есть оказывает аналитическую поддержку. Как бы архитектура Кстати, есть, и работа отметить, ведется. Куда ни глянь, все дорожки ведут в Институт экономических исследований. Спасибо. Спасибо, Марат. Коныш, вот еще раз к вам, вот к тому же вопросу. Коротко про риски и что дальше? Ну, Институт экономических исследований в целом, и, ну, я думаю, что правительство в целом понимает вот, влияние климатических рисков на в целом экономическое развитие страны. Это очень важно, потому что у нас есть очень ряд многих стратегических планов, программ развития, концепций, которые, и если мы не будем учитывать климатические риски, то у нас есть большой риск ошибиться в своих прогнозах и целевых показателях. Поэтому это очень важно использовать моделирование в части оценки климатических рисков на экономическое развитие страны. И благо у института есть такой инструмент, который называется E3KZ модель. То есть 3E получается, это environment, окружающая среда, ecology, экология, и economy, экономика, да, получается. И вот эта модель, она позволяет оценивать адаптационные мероприятия на экономическое развитие. Условно, если мы говорим о том, что она позволяет оценить риски. Что такое вообще в целом изменение климата, если с точки зрения экономического развития смотреть? Ну, многие у нас такое простое понимание изменения климата ведет к повышению температуры планеты. Ну, это классно для Казахстана, к холодной стране у нас будет теплее. Но на самом деле это не так. Это будет сопровождаться тем, что будут увеличиваться экстремальные погодные условия. Это означает, что волны жары будут приходить больше, волны холода, опустынивание территории Казахстана, цунами, пыльные бури. Это все будет учащаться, засуха будет чаще и чаще приходить, а это будет напрямую оказывать очень негативное влияние на экономическое развитие. У нас есть инструмент, который позволяет оценивать все эти негативные моменты. Мы знаем, как часто засуха появляется и как это повлияет на экономическое развитие и выпуск. Например, условно, в прошлом году за счет того, что отключались электроэнергии, 7% валового выпуска малый и средний бизнес потерял в связи с тем, что вот эти отключения электроэнергии в связи с погодными условиями происходили. Это уже получается потеря прибыли, устойчивость бизнеса снижается и так далее, и так далее. У нас есть данные, например, конечно, это очень сложно оценивать, потому что нет открытых и целенаправленно собираемых данных по экстремальным погодным условиям. Мы постарались из СМИ, с газет, с интернета собрать все материалы, которые происходили с начала 90-го года в Казахстане, оползни, землетрясения, пожары и так далее, и так далее, оценить их вклад в экономическое развитие. Мы посчитали, что примерно 600 миллиардов тенге мы потеряли ВВП за счет того, что вот эти экстремальные погодные условия были. Я понимаю, что это очень маленькая цифра в масштабах страны, но это то, что мы смогли собрать. На самом деле это верхушка айсберга. Многих затрат мы не знаем, поэтому мы не смогли оценить. Поэтому здесь важно вот использовать этот инструмент в экономическом планировании. Мы знаем, например, условно, что
в связи с повышением температуры на наших широтах, она будет происходить быстрее, чем всем в среднем по Земле. Если мы говорим о том, что у нас есть там мантра, да, у климатологов там 1.5 градуса, мы не должны допустить повышение планеты, температуры планеты Земля на 1.5 градуса. Если мы про это говорим, то в Казахстане это будет 3-3,5 градуса. То есть в наших условиях это 50% снижается производительность, урожайность именно яровой пшеницы. Но в то же время это хорошо влияет на производительность подсолнуха. Вот такие моменты есть, и мы должны вот эти точечные моменты внедрять в экономическое планирование и тем самым уже увеличивать устойчивость самой экономической системы. Ну, если вкратце, то так. А к вопросу, что дальше-то? Ну, стратегия что дальше, принята. Да, что дальше? Ну, как ее реализуют? Какой сейчас на данный момент есть документ, который называется «Определяемые на национальном уровне вклады». Министерство экологии ведет этот документ и обновился этот документ. Путем постановления правительства этот документ был принят. Ну, условно, это как мы должны к 30-му году снизить свои выбросы. К этому документу будет готовиться дорожная карта. Я желаю своим коллегам с Министерства экологии удачи в этом направлении. И помимо этого есть понимание у лиц, принимающих решения, что необходима имплементация стратегии достижения углеродной нейтральности. И в связи с этим сейчас на данный момент ведется работа с донорами, с международными финансовыми организациями, с АБР, с ЕБРР, с ПРОН, кстати, спасибо коллегам, чтобы собрать все усилия и создать некий документ, который определяет долгосрочное видение развития по снижению выбросов. И здесь важно, коллеги, понимать, что когда мы говорим про декарбонизацию, почему-то большинство госорганов или там у общественности возникает мнение, мы ограничиваем экономическое развитие путем снижения выбросов, это вредит, тормозит экономике. На самом деле, ведь если посмотреть с другой стороны, открывает новые возможности. Условно, если будут повышаться тарифы на тепло, электроэнергию, нам будет выгодно утеплить наши здания, чтобы потери тепла снизить. Это означает, что будет повышаться спрос на теплоизоляционные материалы. Это означает, что бизнес пойдет туда производить эти теплоизоляционные материалы. Это означает, что создадутся новые рабочие места, там будут люди работать и получать свои зарплаты. Помимо этого, означает, что научные какие-то организации, бизнес пойдет в сторону R&D для того, чтобы разработать какие-то новые изоляционные материалы или там тот же самый кирпич, который имеет лучшие свойства по теплоизоляции. Это означает, что туда инвестиции пойдут. Это можно такой пример повторять и повторять. На самом деле это огромные возможности для дальнейшего рывка в плане НИОКР, в плане развития и в плане и привлечения новых инвестиционных ресурсов. Если мы с этой точки будем смотреть, совсем другая картина. Это получается... Я вот с вами полностью согласен. К этому и был вопрос мой. Ведется ли работа с точки зрения анализа вот их рисков климатических и их влияния, воздействия на вот финансовую устойчивость экономики. То есть, я уже сказал, что есть такой инструмент, который мы докладываем правительству. Отлично. Да. Вот, если это все перевести в цифры, в деньги, да, то, наверное, будет легче разговаривать с госорганами по реализации тех или иных подходов стратегии. Конечно. Потому что когда мы говорим, надо стране сократить там, 80 миллионов тонн СО2, не всем понятно, это много или мало, что это такое, как это будет. Условно, если такой пример, как с точки зрения именно таких денег и материальных вещей, 1 мегаватт-час выработки электроэнергии на ВИЭ создает 7 рабочих мест. В то же время, как то же самое аналогичное на угле, создает 2,5-3. Я не буду как людей там 2,5, 3 давайте скажем. Да, 3 и 7, разница же большая. То есть 1 мегаватт-час ВИЭ создает в 2,5 раза больше потенциал имеет для создания рабочих мест, чем тот же самый аспарат. Отлично. Было бы интересно посмотреть эту разбивку, как эти расчеты появляются. Но я предлагаю на этом остановить нашу дискуссию. У нас остается буквально 5-7 минут для того, чтобы вопросы из зала. Вот, пожалуйста, первый вопрос. Пожалуйста, представьтесь и назовите, кому вы адресуете вопрос, и сам ваш вопрос, пожалуйста. А у нас есть микрофоны в зале? Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Нурлаем Жахсыбаева. Я работаю исследователем госполитики в Назарбаев университете.
делаю исследования по циркулярной экономике. У меня вопрос, наверное, скорее всего, вам, Куаныш, как представителю Института экономики. Вот вы сказали, что сейчас разрабатывается, обновляется концепция зеленой экономики, и мы в целом знаем, что основной фокус нашей страны, экономический фокус, это диверсификация экономики. И я хотела бы узнать, какова роль вот малого-среднего бизнеса в зеленой экономике? Есть ли меры какие-то, которые разрабатываются вот в новой обновленной концепции по поддержке именно зеленого развития МСБ? И какие вообще условия у нас можно создать для того, чтобы МСБ вот, стал более циркулярным, чтобы они начали находить свои интересы в том, чтобы идти вот, в замкнутый цикл экономики? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Безусловно, наверное, скорее всего, на основании стабильного, устойчивого развития любой экономики лежит малый и средний бизнес. Конечно, малый бизнес можно с точки зрения рассматривать как создание рабочих мест, а средний бизнес с точки зрения именно повышения производительности, потому что именно средний бизнес аккумулирует финансовые ресурсы, аккумулирует инвестиции и направляет их в дальнейшую диверсификацию и рост. С точки зрения в целом развития предпринимательской политики в Казахстане есть четкие критерии, да, планы по развитию. Мы должны довести до 40% долю МСБ в экономике. Что касается среднего бизнеса, там 15%, то есть мы хотим добиться 15%. Что касается вообще в целом циркулярной экономики, как таковых именно разделов в целом политики по развитию предпринимательства нет, что вот в циркулярной экономике столько-то должно быть, или там в креативной экономике столько-то должно быть. Но тем не менее, мое понимание такое, что обязательное условие как бы, в целом проведения предпринимательской политики, это в том числе и содействие устойчивому развитию как со стороны МСБ. Условно, сейчас есть замечательные инструменты в рамках ДАМУ, которые предполагают именно переход к зеленому росту. Там есть, например, субсидии по повышению энергоэффективности, субсидии по установленным ВИО, грантовые ресурсы есть. То есть правительство и в целом государство понимает, что необходимо данное направление развивать. Правильно говорите, что в концепции зеленой экономики циркулярная экономика в целом занимает ключевую позицию. И мое личное понимание, что там действительно должны быть даваться конкретные инструменты поддержки для МСБ, потому что это могут быть, например, малые перерабатывающие мощности, да, условно, там, малые перерабатывающие по пластику, по органическим отходам и так далее. Это будет, ну, условно, сейчас на данный момент крупный бизнес сюда, наверное, не заходит. Конечно же, легче и проще привлекать туда малый и средний бизнес и поддерживать в этом направлении. Ну, это мое личное мнение такое. Спасибо большое. Еще вопрос. Сейчас вот. Здравствуйте, меня зовут Жанна, представитель Bank of China. Мой вопрос, наверное, к господину Марату. Вы сказали, что нужно привлечь иностранных инвесторов, привлечь банк второго уровня, плюс еще национального банка. И здесь возникает вопрос, какие преимущества для бизнеса и индустрии вообще предлагает зеленая экономика для инвесторов? Какие преимущества есть для того, чтобы привлечь их? Марат, если можно, более оптимально, коротко. Ну, прежде всего, когда мы говорим о переходе к зеленой экономике, нужно снижать долю сырьевых секторов в экономике в плане диверсифицировать в сторону высокодобавленной стоимости. В этом плане инвестиции в такие ключевые сектора, как возобновляемые источники энергии, продовольственные системы, также сектора, связанные с четвертой индустриальной революцией, имеют ключевую роль. На данный момент национальные банки развития, они могут дать дополнительный импульс и увеличить ликвидность путем привлечения частных инвестиций. То есть, если мы видим, что Национальный банк развития входит в такие проекты в зеленой экономике, то это будет сигнал для частных инвесторов, иностранных инвесторов инвестировать в эти отрасли. Спасибо. Спасибо большое, Марат. Пока вот микрофон идет, я тоже немножко дополню свое мнение. На самом деле, хороший вопрос.
и он очень важный для того, чтобы обеспечить доступ к финансированию для реализации проектов. Но на сегодняшний день никаких мер поддержки или там преференций и так далее нет у нас в Казахстане. Единственное, что остается для банков второго уровня, это повышение рейтингов, там, ESG, там, ну, собственного, реализация собственной политики ESG и пиар, может быть. Для того, чтобы укрепить как финансовый институт, увеличить финансовые потоки, там, помочь реализовывать какие-то отдельные финансовые программы со стороны правительства, у нас этого просто сейчас нет. А, конечно, нужно развивать. Пожалуйста, вам вопрос. Добрый день, спасибо, очень было интересно. Меня зовут Сандугаш, я как простой человек, наверное, скажу. По поводу вот повышения тарифов, это очень больной вопрос. И мне кажется, вообще в Казахстане у нас огромный разрыв между богатыми и бедными. И кто-то может себе позволить, кто-то нет. И в основном получается, что как раз-таки богатые люди, они находят льготы для того, чтобы платить меньше. И еще один момент по поводу того, что у нас не хватает денег. Я хочу сказать, что мы находим, бывает, финансы на какие-то определенные проекты. Имиджевые, например, их тоже можно было бы сократить и найти деньги на как раз-таки финансирование модернизации того, что производство газа, да, к примеру. Тот же, например, акциз на сигареты, на табачную продукцию, его не повышают, непонятно почему. Налог на роскошь, его не приняли. Финансирование легионеров, это тоже, для чего нам финансировать легионеров, если они все-таки ничего не добиваются на международной арене. У нас, например, есть волейбольная команда, в которой все нерезиденты Казахстана, мы пришли, и просто Казахстан проиграл. Непонятно. Нет дифференцированного налога на доходы. То есть все одинаково платят там 20%. Это тоже странно. Хотя, например, в Европе чем больше доход, тем больше налог. Поэтому это помогает как раз-таки вот этот вот разрыв между богатыми и бедными немного сократить. Я думаю, что лучше, может быть, в эту сторону посмотреть для того, чтобы найти деньги для там производства газа, чтобы нам вот так. И этот вопрос я бы адресовала, наверное, Баутжан, вам, наверное, скорее всего, или Куаныши тоже. Спасибо. В принципе, вопрос-то понятен, но я думаю, наверное, в следующий раз мы попросим организаторов, чтобы пригласили представителей депутатского корпуса, представителей финансовых институтов, Министерства финансов, Министерства комитет госдоходов, может быть, то есть тех, кто может вовлечен быть в реформу, налоговую реформу, финансовую и так далее. Здесь я не думаю, коллеги, если есть что ответить, пожалуйста. Просто я одна гипотеза относительно тарифов и влияния тарифов на бедные и богатые слои населения. Без относительно того, там, за аргументированно или нет, там, за повышение тарифов, не в этом контексте, а в целом насчет влияния тарифов на бедные и богатые слои населения, хотел бы просто один момент уточнить. Низкие тарифы прежде всего выгодны богатым слоям населения, потому что у вас дом больше, у вас 2 холодильника, у вас 5 телевизоров, там, кондиционеры, Тесла, которая заряжается и так далее, и так далее. Богатые слои населения выиграют больше от повышения тарифов. Бедные слои населения при повышении тарифов, если это будет происходить, можно поддерживать точно адресными субсидиями. Такие мероприятия в мировой практике есть, инструменты тоже есть. Условно, это можно, не приводя, например, к повышению расходов бюджета, можно привести пример. Есть определенные топливные субсидии в экономике, которые можно сократить и направить экономленные средства на поддержку, например, уязвимых слоев населения. Такие практики в мировой экономике, в мировых практиках есть, и это можно изучать и, в принципе, при необходимости принимать и на территории Казахстана. Большое спасибо, коллеги. Еще один вопрос. Вернее, возможность для одного вопроса, если есть у нас вопросы. Наверное, нет, но на этой ноте решите поблагодарить наших спикеров за участие, за время всех наших делегатов, которые сегодня пришли и остались до конца нашей сессии. Также вам большое спасибо. Всех нас мы поздравляем с успешным стартом Астанинского международного форума, с прошедшим днем эколога. Всем хотелось бы пожелать устойчивого и ответственного будущего. Спасибо большое.